Доброе утро. У нас тут спортивное утро. Дети бегают. А я сейчас побегу в горы. Не знаю, что из этого выйдет, но это будет интересно. Какая-то жесть. Поднялся сейчас горочку. Фух, тяжело. Обрывчики такие тут не кислые. В общем, надо дальше бежать. Прикольно, что такие дороги в горах. Но я, честно говоря, сыпло дикое. Бегу и думаю все время про каких-то медведей, животных, которые водятся в горных лесах. Но эти виды, фух, просто не дают остановиться. Бежишь дальше, но очечка чуть-чуть сжимается местами. О, жесть. Ердышка, как у 80-летнего бегуна. Ребята, все, вернулся домой. Пробежал в итоге 5,5 километров. Сделал 50 подтягиваний, 10 по 5 и 100 отжиманий. Фух, и все. И я в мясо. Вот и вся моя физуха на сегодняшний день.